Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Мы сегодня гонимся в Костку. Именно гонимся. Да, гонимся, заостряем. Погнали, что мы стоим. Ну, почему заостряем внимание, вот пока будем идти до магазина, скажем. Мы очень ждали лето, ждали каникул, потому что у Маришки начались каникулы, у детей начались каникулы. Вот, и мы, когда еще они не начались, мы мечтали о том, что вот сейчас придет лето, у нас будет куча свободного времени, мы будем как-то... Нет, Зайка, планирую, хотелось хотя бы иметь такой вот день, когда можно сесть, так типа, ничего делать не надо. Закинуть ноги на диван, там кино вот посмотреть, мы начали сейчас «Терминатора» смотреть с детьми, так это все очень интересно. Ну и на самом деле, в общем, происходит в жизни какой-то большой облом, времени вообще катастрофически не хватает. Сашка сейчас ходит в летнюю школу. Вставать надо раньше, чем обычно, потому что школа начинается с 8, а не с 9. Ну, фактически без 10:08 уже нужно быть отвезти в школе. Да. Не успели отвезти, пришли, пока позавтракали. Туда-сюда в 12 его уже надо ехать к 12 и забирать. Вот, и сегодня мы планировали поход в магазин. Не даю тебе сказать. И мы думали, вот пойдем спокойно в магазин. Но мы же не можем спокойно. Да. Нет, ну потому что у нас как раз на лето выходит... Ну все, кто, наверное, смотрит давно наши видеоблоги, знают, что у нас у Саши были проблемы с аллергией. Все, и у нас сейчас подошло время проверки опять Саши. В общем, мы сейчас бежим в больницу. Потом мы бежим... Я занимаюсь своим здоровьем. Мы про это запишем отдельный видеоблог. Зубами. На прошлой неделе я занимался своими глазами. Завтра будем заниматься Катарининами брейсисами. В очередной раз. Да. И поэтому, когда сегодня я подумал, что типа заберем спокойно Сашку и пойдем в магазин после обеда, не получилось сходить после обеда, потому что Сашку надо везти в поликлинику с Катариной после обеда. И вот так вот все крутится, крутится, короче, как... Ну, плюс при этом мы же еще на всякие мероприятия ходим. Да, да, да. Ну, в общем, вот такой коротенький экскурс во временной континуум. Идем в Костку. В общем, с учетом категорической нехватки времени, мы сегодня в Костку звонились, можно сказать, с открытием. Сейчас 10:17, Костка открывается в 10, поэтому тут все еще с пустыми и голодными тачками. Вот, ну, Костка начала много мебели продавать. Убирали. А что поубирали, что много мебели стало? Что-то как-то стало... Очень мало стало спортивного инвентаря летнего. Почему-то они перекинулись на одежду, на мебель. Уже, типа, уже, наверное, не сезон лета. Ну да, лето, все, август, конец. Сейчас уже все, через 2 недели здесь учиться начинают. Лето пролетело. А вон видишь, что там стоит? Для Хэллоуина украшения. Да? Костюмы уже. То есть уже начинаются подготовки к Хэллоуину. Вот давай заценим это спиртное, очень... Он продавец, у него бэджик есть или он отдыхает? Нет, с бэджиком. А, ну он тогда может позволить себе топтать. Короче, есть какое-то вот модное спиртное, называется «Патрон». Стоит $80. Зайка, не забирай меня тачку. Не забирай, пожалуйста. А вот смотри, модное что, маргарита. А мы маргариту отпробовали, да? Ну, в общем, так себе напиток попить можно. На любителя. Нет, кто-то любит, наверное, подожди. Разбираемся. Да. Кому-то нравится, кому-то не нравится, да. Ну, в общем, нас Маргарита не вставила, не вштырила. Вон, зато дедушка, видишь, готовится. Так, мы будем по десертам? Да, возьмем десертик. Проходить. Смотри, он в Люберии куда-то везет. Так, по десертам. Так, Сережа, берем обычный, не будем. Сейчас мы скажем, какой не покупать. Смотри, а здесь новые сегодня. Мусс опять. Не хочу, вот. С клубничным. А может кто-нибудь дома захочет? Не захочет. Так, а тут есть два есть. Смотри, вот есть с лимоном. С лимоном не берем, да? Знаете, с лимоном это вот это. То, что мы попробовали и выставили на улице. А, это вот этот? Нет, так, Зай, подожди. Нет, он не отсюда, он с другого места. Короче, вот такое брать не надо. Подожди, вот смотри, вот это ж разный. Или, а не один, да? Ну,
Короче, берем вот один такой десертик. Дома будем откушивать и показывать, распробовать. А вот еще какую-то зайка. Смотри, 7,99. Посмотрим. Или взять еще вот такое вот крем-брюле какое-то. Будем проводить испытания. Дома попробуем. Давай тачку. Крем-брюле — это вкусно. Ну, мороженое крем-брюле, оно вкусное. По консистенции. Идем в молочный холодильник. Да, молоко. Там, может, йогурты какие-то, наверное, да? Ну, короче, мы сейчас посмотрим. Ты пойдешь в холодильник? Короче, Маришка решила не идти. 5,99. Цена на молоко не меняется. Как бы с ценами, слава богу, все стабильно. Все четко. Единственное, что цены меняются только когда сейлы в меньшую сторону. Это приятно. Так, йогурты. Йогурты не на сейликах. Что тут еще? Все. Двигаем за водой. Короче, все по схеме. По отработанной. Все по отработанной схеме. Интересуешься цветами? Давай, берем воду. Водичкой затарились. Я тебя сбиваю. Руководить. Блин. С водичкой тачка, короче, становится малоуправляемая. Я тебе буду помогать. Зай, давай ты мне, главное, не мешай, понимаешь? Ну, Зай, ну ты ее толкаешь в сторону, пожалуйста. Ой, Сереженька. Колесо кривое, поэтому ее тянет немного. Вот, смотри, оно даже и стоит. Но. Так чисто. Ну, ты же хотела что-то рассказывать. А, вчера мы с Сашенькой, Саша видел, как я делаю план на неделю, и он увидел, что на следующую неделю у меня отмечено на календаре уже, что мы уезжаем в Лас-Вегас. Ну, и он такой, значит, мам... Ты сюда зайти хочешь? Да, я хочу сюда зайти. Мам, а это что, мы как бы на следующей неделе в Вегас едем? Я говорю, да, зайка, говорю, едем в понедельник, будем отдыхать. Мам, вот знаешь, что я тебе честно хочу сказать? Смеси. А я-то, знаешь, там возьму, в Самсе. Подожди, вот смотри, вот, кстати, черная. Это, которая у нас есть, она... Не берем? Так она там еще есть, зачем она вторая? Ну и, короче, он такой, мам, а я вот тебе честно хотела сказать. Мне вообще кажется, что в Лас-Вегасе лучше не тратить время на бассейн. Я говорю, сынок, говорю, ну мы уже как бы и не планировали. В прошлом году, когда мы были в Вегасе, мы провели день в бассейне, в аквапарке, горки, ребенка это ничего не вштырило. Ну, короче, Катарина и Сашка прокатились буквально по 2-3 раза. Антошка раз 30, он хорошенько укатал эти горки. Ну, в общем, дети и были... И ты прокатился? Что-то. Ну, я раз прокатился, да. Вот, ну а Саша в переживаниях, он не хочет, чтобы мы тратили время, он хочет там в гостинице, в которой мы останавливаемся, там есть такое, как-то сказать, Сереж, как это правильно сказать? Ну, аттракционы, аттракционы, парк развлечений. Парк развлечений, да, и там можно купить билет на целый день, на нашу семью это обходится $100 на детей, на троих, мы не брали на себе билеты, и ты заходишь там, ну мы с учетом будем того, что мы, ты наверное, в циркусе. Будем снимать, да? Поснимаем.
И там можно кататься на этих каруселях, короче, грубо говоря, ты скажи, к чему это начало? К тому, как Саша вчера вот так вот маневрирует. Готов кататься на этих? Да. Он говорит, я считаю, что у нас для плавания, для бассейнов есть Palm Springs, а вот уже в Лас-Вегасе нужно отдыхать по-другому. Это так мило было, он такой маленький, так... Короче, это было лирическое отступление, переходим к мясу. Да, я тебе рассказываю. Да. Так, короче, Маришка цепляет наггетсы куриные. 12.39 за 5 лб. Это у нас уже проверенный продукт. Что, сразу на разворот там ничего не идем брать? Помочь тебе? Нет. Давай я тебе буду помогать. Нет. А, Зай, вот эти вот всякие рыбные дела. Палочки, бургеры. Я не знаю, может, там за... Нет, давай здесь, наверное, возьмем. Где да? там? В Сэмпс, я имею. Так, а я не знаю, какая в них разница. Ладно, возьмем. Возьмем здесь, возьмем там. Нет, возьмем там. А если там не будет? У нас морозилка пустая. Ну, хорошо. Бери. Берем одни рыбные палочки, а сколько они у нас стоят? 11.99. Ой, толкай тачку ты сама. Ну, не тяжело. Да, тебе точно может в этот тяжело. Давай я буду впереди тянуть тогда. Мне потом рука может. Ну, так не толкай, я буду сам тянуть. Короче, что-то сегодня у нас каких-то сынов интересных нету. Вижу. Это к дню уже какого-то героя еще. Нет, человек. Зай, давай я буду толкать, а то потом будет рука себе болеть. Я потерплю. Где Каталишкины? Вот они. Короче, каждый ест со своего пакета. Это что, пельмени как мозги? Нет, это нет. Эти. Со шпинатом и с моцареллой и равиоли. 10.69 за 5... 56 ос. А сколько это был бы, Зайка? Скажи, что это такое? Ну, давай я скажу. Полтора килограмма полтора там, килограмма. По-моему, да? Отлично. Такая вот штука. Положим вот сюда. Пускай морозит. А, ну, ложи туда. Там у нас этот. Так, зачем дальше идем? Нам нужна сметана, нам нужен творог. А если бы мы еще чуть-чуть в магазин не сходили, мы дома доели. Нам надо хлеб еще, наверное. А Катаринка скушала свои эти блинчики пиццы? Нет, еще не скушала. Тонкие, но там мало осталось. Ну, вот ты знаешь, Сережа, запах мне не особо нравится. Они какие-то странные. Странные вкусовые прикольные. Короче, есть Катаринка страх. Купила себе такие не блины, кто видел в прошлом влоге, чтобы делать из них буррито и прочую фигню заворачивать. Тут он взял, кинул крем-брюле. Но, в общем, сегодня мы их, наверное, опять возьмем. Из них можно заворачивать, мне не пускай нравится. Дома будет. Так, а ты не кушай, а мне и понравилось. Запомни, да. Так, капаем сметану. Нет, это что? А, это сметана. 3.99. И рядом творожок. За 4.39. Да, еще я сырные палочки хочу взять. В общем, кто не пробовал с нами сметану и творог, можем рассказать, что это очень вкусно, очень похоже на то, что можно купить в Беларуси. Короче, берем какие-то стринги. Сырные палочки. Хотя давай анекдот расскажу. Давай расскажи. Подожди, Зайка, нам надо сыр купить. Про стринги. Так про стринги сейчас расскажешь. Бери этот сыр, который любит Сашка. Сашка любит тот. Тот или этот? Тот. Или бульон. Ты уверена? Да. Блин, у а нас Саша такой любит. Дегустатор сыра, блин, мама не горит. Нет, так. А мне нравится сырово переборливый. Мне все равно, что оно кому-то 59. Не нравится. Нет, оно понравилось слово, сказали новое слово. Короче, вот такой модный сыр. Там у нас 5 ЛБ, короче, за 13 давай долларов. Давай анекдот расскажи. Так, Димочка, так, я вам подожди, так и скажу. Сейчас будет анекдот дня. Ой, котейка моя прочитала. Где ты прочитала? Поделись. Я уже не помню. Так, подожди, давай встанем, чтобы не мешать людям. Все равно будем мешать. Поржем нормально. Давай, анекдот. Фимочка, я вам так и скажу. Вы вчера, конечно, на пляже произвели фурор. Но стринги надо надевать узкой полосочкой назад.
поэтому, я ночью прочитала. Мы купили стринги вот такие. Я ночью прочитала, меня что-то так рассмешило. Так, ну что?